И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Scourge Earth в выжженных землях. Короче, сегодня точно нужно пойти томить мантиса. И да, я тут за кадром, кстати, ничего практически не проводил, времени не было, но сейчас вот зашел. Как не проводил, немножечко все-таки провел. Во-первых, я электрифицировал свой дом, станок, холодос, генератор, ветряк поставил, посмотрел, что за ветряк, понял, что это полное говно. В общем, ветряк это полное говно, и я понял, что это ужас просто. Почему полное говно? Потому что вот, смотрим в левый верхний угол, 20%, и он только в некоторых местах может стоять и генерировать хоть что-то, потому что он не работает. Поэтому что? Ача! Попроси уже. Слит капитал, цемент, электроник, все дела. Оп! Ну, смысл мне от проводов, как бы, если что, создам. Блин, хомуха, а ты чё торчишь? Я думал, ты разрушишься. Ай, да ладно, там еще третий. Ну окей, и молишь. Е, самое главное, потолок не разломать. Вот, поэтому я поставил генератор, сразу же закинул туда топляк. В общем, все хорошо и замечательно. И в тот день я все, скажем так, закончил. Так, что, блядь, здесь есть? А, это хорошо, что я поставил делать. Это прям здорово, я молодец. Вот, и сегодня я зашел. Это даже получается на следующий день или через день у меня. Ну, как получилось, так и зашел, скажем так. Вот, я проверил краску. И на самане краска это полное говно. На металле краска хорошо, на дереве хорошо. На соломе хорошо. На самане, короче, это полное говно. Ну вы сами видите, просто какие-то... Да это облезшая штукатурка. Как бы мне сказать, хуже. Поэтому я думаю, буду делать все-таки из металла. Слушай, я еще пока что даже и не понял, из чего лучше делать. И самана тоже было бы неплохо. В целом его можно, конечно, вот, переделывать. И да, я не спорю, но здесь я могу только дерево переделать. Почему зеленое? Не знаю, потому что я захотел зеленое. Вот, и как бы да, можно переделать каждую структуру, но в чем загвоздка? Вот эту большую структуру ты никогда ничего не переделаешь, только подобрать, либо разрушить. И, понятное дело, я буду делать из больших этих построек. Ну, а сейчас пойдем за мантисами. За мантисами, потому что нужно... А, да, я еще телепорт себе поставил и брелочек взял, чтобы тпхаться. И да, я еще посмотрел, что мантикор можно вызвать вообще с любого луча, с терминала обелиска. В общем, короче... Здесь нету зеленый и так далее, вот это лучше. То есть ты здесь просто по факту попадаешь к мантикоре и все. На этой карте или не на этой карте? Не, наверное, не на этой карте что-то было. Ладно, неважно, короче. И да, кстати, я загорелся мыслью, что мне нужно каждый этот перекрашивать. Потому что... Это прикольно. По крайней мере, я у себя выработаю в голове, что такой-то цвет хранит себе ресурсы. Вот, иди нафиг отсюда, блин. Это я кошки своей, которая у меня сидела здесь на столе. Она начала мешать. Но встала, блин, и перекрыла весь экран. Вот, там играй своими веревками. Короче, ей никакие игрушки не нужны, а вот веревочки это класс. Бросишь ее веревочку, она кайфует с ними играет. Короче. Погнали за богомолами. Я себе сделал маскировочный костюм, и от жары он спасает лучше. Кстати, нужно будет еще второй сделать этот. В 3 часы, и на них тоже повесить. Очень-очень-очень удобная штука. Все, язык заплетается. Только начал, язык заплетается. Если я найду, то будет клево. Нашел? Клево. Так, на что я там их настраивал? Кто помнит? Я это точно не помню. Так, также шифт. А, это я настраивал этот меч и удар. Все, окей. То есть он у меня на шифте и это, то есть на Диносе мне ничего не делается, а это самое главное. Ну все. Я хотел тут себе скинчик на голову надеть, а я их все выкинул, думаю, ну и пошло на все в шопу, и так хорошо. Так, на ком пойдем? На Рапторе или Прокоптодонте? На
Раптодонте можно далеко прыгать и так далее, зато Раптор — это жесткая, мощная боевая единица. Поэтому я думаю, все-таки лучше на Рапторе, на Раптодонте, что-нибудь другое. А, да, вот еще лапочка у меня стоит. Что-нибудь где-нибудь другое место пойдем, там будет видно. Ну, реально, Раптодонт — это клевый тем, что он, допустим, вот, надо где-то что-то обойти, я просто прыгнул и не нужно обходить. Так что да, поищем мантисов. И я видел 80 какой-то левел, если он еще живой остался, то это клево, потому что 86-й, если не ошибаюсь, левел, это вполне было. О, у него 56-й левел. Прикольно. Братва. Ничего личного, просто они бы на меня напали. Это была самооборона. И пофигу, что я первым напал. Это будущая самооборона. Так, кабаны, да пошли вы. Эх, как тут красиво. Прекрасное озеро. Зеленый обелиск. Да клёво же. Только если не считать всяких хищников. Что я вижу? 48 лава. Можно будет, наверное, прикормить капразухи. Там вот это вот бегают козлы. А, ну и вот этих жиробасов тоже. Раздражают они меня. Ну да, то же самое. В этих я вижу. Ой, виверны, господи. Как вспомню, что мне нужно будет на них охотиться. Ужас. Сыкотно с ними? Реально сыкотно. А что поделаешь? Так. А что ты? Это что, у меня такая музыка, что ли? Нифига себе. Я просто подумал, что я музыку из игры не выключил. Вот где-то здесь я просто видел этого... Да, я мог телепортироваться к зеленому близку, и я бежал. Ну а что поделаешь, я еще пока что не вспоминаю, что у меня есть это говно. Телепорт. Где-то здесь я видел? О, точно. Богомол. Бог. И, походу, дела его здесь нет. Они дохнут просто на ура. Встречал какой-то 90, что ли, с лишним. Он с кем-то дрался, он сдох, пока я бежал мимо. Ну и мелкие левелы, уж вообще про них молчу. Они дохнут вообще просто как это... Как семечки щелкач. Слушай, клёво, музычка под поиск попалась, а? На Shift. Теперь Ctrl-V. Слушай, я хоть может... Ну, хотя я их так вижу, что не видно нифига. А, ну чтоб червяков не... Серьезно? Ой, да пошел ты, колес сраный. Да не хочу с червяками сейчас драться. Ну он просто хп отнимет, мне опять отхиливать себя. А оно мне это надо? Блин, я рога не взял. Но у меня есть клевая штука. Ой, да пошли вы, мелкие твари. Так. Шипастик. О, на скале сидит. Прикольно. Я думал, они только на деревьях могут сидеть. Просто обычно они здесь просто так бегают. Не сидят на чем-то. Так, ой, ну слушай, он далеко походу сделал, судя по это. Где-то вон там. Ну, значит, обойдем его стороной этого червяка Гриста. А вот и богомольчики. Давай проверим. Я правильно писал или неправильно? Так, так, так. Хоп-хоп-хоп. 16 левел. Говно. Ну, зато на полимер их раздерпаник. Кстати, из-за полимера, по большей части, я и создал генератор и этот... Холодос. Потому что я не хотел, чтобы полимер испортился. Погнали! Воевать! Просто красиво. А вообще мне нравится вот так в воздухе убивать. Он прыгает, и я на него прыгаю. И как это в крутых анимехах он умирает, а я нет.
Тихо. Пошли в жопу, мелкие твари. Ой, артоплевры, иди нафиг, я подумал, это змейка. А могу? Нет, не успел. Ну ладно, зато гриф свалил. Так, и не нужно забывать смотреть на червяков. Земляных червяков. Слушай, а что-то богомолов-то не вижу. Блин, их так здесь клёво было много. И там любит тут деспавниться. И реально просто пробежал туда-сюда, и он может деспавниться. Ну, в смысле, не только богомолы, а вообще в целом все. Я не знаю, с чем это связано, но тут иногда такое бывает. 12 левел. Ты где находишься? Ну, я туда как раз и бегу. Я крутой. Сильный, мощный. Ну, хорошо, не я. А я раптор. Хорошо, мы... 112-й! Главное, чтобы он не помер сейчас. Вот смотри. Блин, почти получилось. А, блин, это не ваншотный. Нифига себе. Обычно такие мелкие ваншотные. Такс. Да. Вот это вот. Ну, что поделаешь, у меня на В стоит эмоция. Так. Что я могу сказать? Мне нужно всех вокруг зачистить. Так, это ты. Окей. Обходим стороной. Блин, не время. Так, ну, с вами мне точно надо как-то... Пошла вон. В жопу себе плюнь. Такс. Кто из вас? Ага. Отлично. Скорпиоша. Иди сюда, родненький. Угу. Честно, я не помню. Я, у меня был богомол, я бегал на богомолах, но я не помню, как их томил. То ли это на модах было, и я томил не вот так ручками, или все-таки ручками. Но это было точно на модах. И там было на таком позднем этапе развития. И это было все намного легче. У меня там был и репеллент. Ага, коваловда. Так, далеко. Отлично. О, сагришься. Супер. Оба сагрились. То, что надо. Вот так вот его. Слушай, это ваншотнулся. Какого фига. Так. Отлично. Теперь. Рок на последний слот. Один. Ну блин, ну система томления у меня здесь подкручена не кисло так. Так, слушай, погоди. На всякий случай. Дефай. Помрет, я тебя сам завалю. Вот честно. Я просто не знаю, может согреться, может нет. Так, отце. Стоять. Да, у меня хоть и маскировочный костюм, но если был бы у меня в этот... Репеллент было бы, конечно, намного круче. Блин, мне... я еще сейчас сюда смотрю, чтобы это, мало ли, появится книда. Ну, червяк земляной. Их реально можно мясом томить? Что-то не верю в это. Их же только эти. Или может что-то изменилось? Давай, иди сюда. Ну ёп, ты серьезно? Да пошел ты! Так, омление пассивка. Блин, а как ты заметил ты меня? Слышь, супостат. А щёлп-щёлп. Ничего, репеллент нужно делать. Оп, ты серьезно? Слушай, мне это не нравится. Просто, если он сейчас согреется на меня, точнее ударит, то у меня этот пойдет его мочить. А это жопь. Что, нужно лежа? Ну давай лежа попробуем. Так, раптор далеко. Отлично. Так, подожди-ка. Все чисто. Ой, господи тебе. Ну вот сейчас я ползу. То есть до этого я сидя
шел. Сейчас я ползу. Ты тоже ползи. Ну хотя ты всегда ползаешь. Ты такой мелкий, что не поймешь, идешь ты или ползаешь. Блин, ну на репеллент-то у меня нету овощей. Камон, мне их выращивать нужно. Чуть-чуть экстренно, что ли, этот делать? Горшок? Да блин, он дофига долго будет выращиваться. У меня там два овоща выращивают. Какая разница, сколько, два или один? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, братан. Давай не это. Без резких движений. Отлично, отлично. Ты можешь посмотреть? О, смотри, какой луч хороший. Смотри, что там светится. Смотри, какая гора. Эй, да пошел ты. Ползи. Ну, тихо. Блин, реально что ли так? Не, просто можно попробовать подбежать, но я сомневаюсь, что это поможет. Ну ты серьезно? Не, вот так ты точно меня увидишь. Помогает? О, а если бы я бы сиди был бы... да, сиди. На картонах то точно бы заметил. Давай на ускорение! Ах, сейчас, если что-то пойдет не так, раптор согрится. Да пошел ты, гнида! Бежим! Пошел! У-у-у! Понял! Матрица! Фу. Срань господня! Это ужас какой-то! Все, 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 братан, отцепляйся. Хорош. Хорош. Ну ты серьезно, что ли, а? Так, братва, драпаем отсюда. Ю-ху! Да пошел ты в баню, я ж тебя завалю. Так. У меня нет другого выхода. Ну, терпи. 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 Блин, да чё так база-то близко? Ты чё так долго прогружаешься? Ужас. Все, короче, оставляю их здесь. Чё-то это, беда конкретная. Я не могу так. Мне их за них страшно и за себя страшно. Ладно, я еще что-то допридумаю. Я на корняк убегу быстро. Я умею быстро бегать. Но тушканчик мне жалко. Нельзя радарчика терять так глупо. А вот сейчас уже сгоняем обратно. Фух. Ну что, пробовать еще раз. Я бы сделал репеллент, но... Вот. Лимон, морковь еще 4 штуки. Офигеть. Ну ладно. Сейчас еще пару раз попробуем. Если не получится, то буду делать. А куда деваться? Сколько я же с кругалей сделал от него, чтобы оторваться. Это вообще даже представить не могу. И никто не может. Но снимать это было бы заняло минут 5. Слушай, соответственно, да, минут 5 я сейчас от него бегал кругалями. Он реально не хотел отогреваться. Прикинь. Я не знаю, как это работает. Но он просто может отогреться, а может не отогреться. Трудом какой-то. Ну ладно, попробуем. Вся проблема в ползании, что я не могу влево-вправо ползать. Чтобы мне проползти, нужно вот так вот сделать. А это чревато тем, что я его не вижу. Поэтому ползком-то это и удобно, что типа так хоп. Дурак, что ли? Дурной, лежать! Дурдом. Это выглядит примерно тупо. Но, сейчас есть одна идея. Это серьезно? Да пошел ты в жопу! Идея заключается в том, чтобы подбежать к нему просто тупо в наглую. Ну, сначала подползти, а потом в наглую подбежать и...
Глупые создания. Вот, и тупо попробовать нажать прожать Е. Но на пассивке я же его не оглушу. Не, конечно, могу попробовать. А, дурно есть. А что, у меня стрел нет? А, стрел есть. Сколько в тебе торпора? А, это я на трубу нажал. Он отключился. 2700. Ладно. Давай еще раз попробуем. А вдруг получится? И все равно. Это тупо. Томить хищников пассивка. Ну, камон. Вот вы подойдете к медведю, чтобы его покормить. Типа, братон, к хищному медведю. Не в зоопарке, а к это, к лесному медведю. Подойдете, чтобы его... Братан говорит, да, тебе, покушай. Я твой друг, а? Чего в игре заставляют это делать? Я не знаю. И эти электрофобусы... Электрофобусы вроде бы. Ну, угри, короче, эти долбанные. К ним тоже надо так же. Блин, что, змея, и он уползает куда-то, козёл. Далеко. Сейчас развернется на меня 100%. Ну, естественно. По закону жанра он по-другому и не мог. Так. Змейка, иди в жопу. Ты сейчас что, сагришься на богомола? Ну, отлично, хоть так вы не агритесь. А с кем вы дрались, богомольчики? Я не помню. Не, реально, если был бы репеллент, то было бы легче. Я не спорю. Блин, нет у меня овощей. А богомол по факту нужен в самом начале. Вот, вот, вот это убойство называется. Шо? Попробуем. Да пошел ты в жопу. Он сразу же сагривается, как это. Ну, попробуем. А чё? А давай попробуем. Ты все равно... Чё я теряю? Я ничего не теряю. А вот ты... Оп! Немножечко хп потеряешь. О, беги, дурной. Ты чё так медленно тает? Чё? Ой! Это куда я стрельнул-то? Кстати, да. При почти 50 FPS даже это... Как-то это... Целиться легче, если что. Надо было давно уже графику себе закозлячить. Вот и... Спи нафиг, задолбаешь ты меня. В лапу стрельнул. Без сознания, окей. Что это мне дает? Мне это ничего не дает, потому что их томить нужно по-другому. Окей, я это понял, это я знаю, но... Какого фига он показывает мясо? Я что, могу мясом что ли томить? Не верю. Но, блин. Торпор у него спадает просто чертовски долго. Может, на маленьких попробовать. Пойду, короче, делать эти грядки. Трудом. Да, пришлось. Пришлось сделать вот такое. Кстати, да, для парникового эффекта достаточно только потолка. Честно, не знал. Но это очень удобно. Да, выглядит немножко непонятно на второй, но это клево. Моркова и лимона. Прорастание. Я кашек накидал. И тут знаете еще сколько бегал. Вот он мне помогал с какахами. Молодец. Ходит, какает. Мои диносы. Задолбался говно собирать. Дерьмовая работа. Ну а что поделаешь. Кстати, надо богомола проверить, что он там вообще. Живехонький что ли, не живехонький. О! 1.9-ка. Глядишь, это. Успею все вырастить, пока это. И он проснется. Главное, чтобы его не завалили. Но. Ну, это уже другая история. Домой. Так, пока овощи в процессе роста, я увидел. Решил почитать вики. И там было написано про один метод. Типа, они могут в ловушке сидеть, и их можно в ловушке кормить. Причем, знаете. В чем самая главная тупость?
этот репеллент важен, а вот костюм как раз таки не сильно важен, как там написано было. Как-то маловато, да? Как-то я неправильно поставил. В общем, сейчас хочу попробовать его застроить. Сначала проверить, и потом попробовать попробовать ловушку сделать, как там было написано. Ну, типа, один фундамент, все дела, вот это вот и все. Посмотрим. То есть, все равно я так и так жду. Либо пока проснется богомол, раз уж я его усыпил. Вот. Либо пока этот овощи вырастут. А что я сделаю? Я тут сейчас ничего не сделаю. Поэтому попробуем. Что, попытка не пытка? Вот. Представьте, что там сейчас внизу не фундамент, точнее не эти, а фундамент, да, то есть вот примерно так вот ловушка там была написана. Только там было написано про стены, типа нужно построить стены, но я думаю, и типа торчать будет, и через нее можно будет покормить. Но... А это... Но... Как? Через бак? А если не проканает? Поэтому решил сразу сделать вот эти вот там... Ну и чё, сейчас нужно отойти. А, ну чё, на базу так разгонять. Почему, блин? Ждём! И нету прям желательно. Ну, в целом, как я и сказал. Это сделается практически в одно время. Ну, то есть, репеллент... Точнее, ресурсы к приготовлению репеллента сделаются примерно в одно и то же время, как и проснётся богомол. Богомолу там пару сотен. А мне еще один лимончик осталось подождать. Да, уж ужасно долго я прождал. Ой, полчаса прождал, офигеть, даже больше. Да уж. Ну, еще чуть-чуть осталось. И попробуем как раз несколько способов. И с фундаментом, про который писали на Вики. И то, что сделал я, типа оглушить, потом его застроить и попробовать притомить. Ну и по дефолту будет у меня репеллент. Попробуем. Все способы попробуем. Почему бы нет? У меня такое редко бывает, когда я могу несколько способов опробовать. То есть, неплохо. Так, осталась соточка и один репеллент готов. Отлично. В общем, сейчас нужно отойти подальше, чтобы весь фон загорится, то ненадолго. Вот, и попробуем посмотреть, что из этого выйдет. Ждем. Так, момент истины. Просыпается. Отлично. И там типа написано, что когда вот так в ловушке, вы можете подойти, покормить и не беспокоиться. Честно, сомневаюсь, что так будет. Потому что он сагрится, а в сагренном состоянии вроде бы покормить нельзя. Так, рог в инвентаре лежит. Но я на всякий случай все-таки буду ползти. Да, он сейчас не бросится, но все равно буду ползти. По сути, разница между ловушкой на фундаменте и вот то, что я сейчас делал, никакой. Ну, типа он не сагрился, значит нормально. А то бывает иногда в ловушке сагрится и все. Ну, давай попробуем. Если все работает... Ты серьезно? Он без репеллента сразу... Это, мать его, ловушка работает. Офигеть. Да, оглушать не нужно, просто ставишь на фундамент, потом... Бежишь и все, то есть бежишь, пробегаешь, а он застревает, отагривается и все. Офигеть, ловушка работает. Ну и дефолтный репеллент, все дела, тоже будет работать. Класс, слушай, вот этого я не знал. Офигенно. Так, демолиш, потому что мне это явно будет не нужно. А если будет нужно, то я еще одну построю. А вот ресурсики вернем. Пиу-п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 иу. Все убрал. Все убрал, говорю. Ага, все убрал. Как обычно, не все убрал. Так. А теперь на базу. Только давай вот отцвести тебя. На базу. О, класс. Класс, 112 левел. Супер. Хотите приколы? Только сейчас заметил. Седло легендарное. 79,6 брони. Легендарно. Седло желтое, работа мастера, 93,7 брони.
Легендарная хуже, чем мастера. О, боже мой. Не понимаю, как это говно работает, если честно. Но ладно, брони больше, а это круче. Я не помню, можно бензопилу давать ему в руке, но... Давай попробуем. Погнали, покатаемся. Ей! Так, экипируем седло. Супер. Так. Так, о, да ладно. Так, он добывает волокно. Клево. Если вдать ему... Слушай, а круты могу тебе дать? Круты я тебе дать в руки не могу. Логично. Бензопилу я, по идее, тоже не должен дать тебе в руки. Да. А, вот, он сразу загорается, что я могу дать. Да, костюм. Так, вот что я хотел проверить. А, нет, стоп. Для песка мне нужно... Что-то вот вечно. Это вот и все. Мне нужно... Топоры. Нау! Да захватит, заходит в инвентарь. Хлобысь! Ух, какая боевая единица. На! Ваншот! Ванстоун. Да, вот это я понимаю. Ой. Боевая единичка. Я понял, что нужно качать. Я понял. Но ты смотри. Все просто супер. В общем, именно для этого я и томил богомола. Для песка. Ресурсов и так далее. Вот реально, богомол, он заменяет всех в этом плане. Вот честно, честно. Я задумывался, первая такая мысль у меня пошла в голову, а что если в, типа, богомолом, клёвое седло, короче, делаешь ему, даешь офигенные мечи в руки и пойти на мантикору, на богомолах, на мантикору. А потом посмотрел видео, как убивать мантикору и понял, что торпора маловато. Ну, хотя 3800, слушай, что-то у меня здесь с торпором многовато, но у меня есть круче идея. Ну, в смысле, я уже все придумал, что как где, и поэтому я пойду по-другому уже убивать мантикор. Но это уже потом, у меня тут еще дофига что нужно сделать, и базу построить, и не только базу построить. Клево, клево. Богомол офигенный. Чувак, точно. Так, до 3000. Эх, ну почти, ну я хотел 3000 сделать. Ну, будешь вот так, короче. 3,5 давай, вот, 3,5. Кайф, кайф. И, естественно, а то здоровье нужно. Ну, супер, супер, просто офигенно. Значит, можно будет и площадку себе расчистить, и добыть тонну ресурсов, что я сейчас уже сделал. И все будет хорошо. Что-то у нас по дереву добываешь в два раза меньше, чем бензопилой я добываю. Эй, ты не прыгаешь. Это тоже хорошо. Здоровье до 5000 догоню, чтобы плюс-минус было более или менее. И все супер. Ну хорош ты тут. Ну что ты тут багаешься? Тверкает. Задница! Пошел на базу. Закончить спокойно не дает, тверкает. Ух, как это красиво. Вот такие вот дела, народ. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Я честно не знал, что ловушка на богомола канает. Честно, я помню, я в прошлый раз точно томил, и у меня все было. То есть именно кормежкой. А тут ловушка. Офигенно. Беру свои слова назад насчет того, что кормить очень тяжело. А легко, когда они в ловушке, не агрятся на тебя. И сами видели, что реально без заморочек я просто подошел и покормил. Все, на этом, как говорится, все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.